Вы сказали 9 и 14,9. То есть 9 это был гликированный или натощак? Да, 9 да, был гликированный. И вы не понимали, что насколько это, что это плохо, да? Не понимали. Да, да. Честно говоря, мне даже не хотелось на себя в зеркало смотреть. Вот насколько меня это все расстраивало, плюс вот это состояние у меня было плохое, плюс как посмотрю на себя, думаю, одеть вещи нормально не могу, не могу себе позволить что-то красивое. Ну просто, честно говоря, я себя не любила. Ну, знаете, очень... я говорю, когда я вот уж еще до программы, раздражительная, обидчивая была. Насколько мне было все плохо, то не так, то не так. Сейчас я радуюсь. Но итого мы получаем промежуточный наш результат, да, минус, да, 17 килограмм 800 грамм. Ну, сахар, понятно, вообще с 14,9 до 7, это колоссальная разница, и он у вас колеблется, у вас профиль идет в безопасном русле. И чувствуете себя хорошо, таблетки вы не пьете. Это у нас на сегодня, скажем так, характеристики точки Б, правильно? Да, да. Добрый день, Ирина. Расскажите, пожалуйста, несколько слов о себе и почему вы приняли решение прийти в программу. Меня зовут Ирина Романовская. Вот. Да. Еще в 2001 году обнаружился у меня сахар повышенный. Ну, конечно, на тот момент я еще к этому несерьезно относилась. Я как бы была в больнице и видела результат, но как бы пропустила этот момент. Ну, потому что по незнанию. Я не знала, что такое сахар, сахарный диабет. Вот, и поэтому как бы старалась поменьше в эти больницы ходить. Ну, как бы не очень люблю их, эти больницы. Вот. Потом в 2002 году у меня была проблема по-женски. Ну, как бы я думала, что это по-женски. А оказалось, что это в связи с сахаром повышенным в крови. У меня были проблемы. Вот. Я пролечилась сначала. Через какой-то промежуток времени у меня обратно этот диагноз, ну, повторился. Вот. Я как бы уже не ходила, думаю, я знаю, у меня какие прописывали, я обратно сама, ну, сама от себя решила пролечиться. Пролечилась. Но повторилось и третий раз. Я когда уже третий раз и попала до другого специалиста, она говорит: возможно, это, говорит, скорее всего, говорит, у вас не по-женски, а у вас, наверное, сахар повышенный в крови. Uh-huh. И она мне дала, чтобы я поздавала анализы, конкретно связанные с сахаром. Когда я сдала, я обнаружила, что действительно повышенный сахар. И она мне говорит: а теперь идите до своего лечащего врача. И когда я пришла, конечно, мне назначили кучу таблеток всяких. Уколы никакие не делали, а таблеток много. На тот момент я еще, ну, как бы я вас знала, но чтобы прийти к вам, я, ну, еще не приходила. И я поехала в Польшу до детей. Поехала, и там мне стало очень плохо. Вот. А на момент, когда я сдавала анализы, мне показало 9,1, ну, сахар. Я ж потом уже что-то плохо-плохо мне, а мне дочка говорит: мама, давайте я померю сахар. Ну, как бы даже и не думала ничего по поводу, какой будет результат. И когда она мне померила, у меня было 14,6, потом 14,9. И как бы этот результат, он не падал, было постоянно в таком вот... Хорошо, а давайте попробуем сформулировать точку А, с которой вы пришли в программу, уже решили обратиться ко мне, да, обратили внимание, это какой был сахар натощак, если есть гликированный, какой был вес, какие были там, были ли препараты, может, другие заболевания вас еще беспокоили. Вы сказали 9 и 14,9, то есть 9 это был гликированный или натощак? Да. Да, 9, да, был гликированный. И вы не понимали, что насколько это, что это плохо, да? Не понимали. Да,
Да. А еще вот вы сказали, что когда вам поставили диагноз, то вы видели в больнице, к чему это приводит, но не обращали на это внимания. А можете поподробнее, что вы видели? Ну, я как бы, мое состояние было хуже. Другой раз вроде бы и давление нормальное, а мне плохо, у меня слабость, у меня голова начинала сильно болеть. Измерю давление, вроде бы все хорошо. Вот. А тем не менее, вот именно само состояние было очень-очень плохое. И вот на основании этого я задумалась. То есть вы сказали, что старались избегать больниц, то есть вам было плохо, вы старались на это либо не обращать внимания, либо какими-то своими там способами с этим работать. Правильно я поняла? Да, да. То есть получается, что не было понимания, насколько опасен сахар, так? Да, я не понимала, насколько опасен, я даже не знала. Я слышала сахарный диабет и всего лишь. Я даже не читала, что это такое, на основании чего оно и вообще как бы. Ну, меня как бы подтолкнуло, чтобы я с вами встретилась, чтобы вступила в программу вашу. Это когда я находилась в Польше у детей. У меня вот очень был высокий сахар, и повторилось вот это, что по-женски проблема. Вот. Угу. И как бы, когда оно трижды повторилось, я уже задумалась, думаю, ну, это очень плохо, и я думаю, я не буду останавливаться, уже надо что-то делать. Вас я как бы видела и слушала уже, наверное, год. Но вот именно меня подтолкнуло то, что проблема со здоровьем, ну, очень неприятна. И поэтому я решила, думаю, ну, сначала я не думала, какая вы, какие результаты, просто слышала информацию. Но я решила, думаю, мне надо что-то делать. На тот момент у меня было 111-300 килограмм. Вот. Угу. Я, конечно, чувствовала, мне тяжело было, и на ноги тяжело, потому что у меня травмирована нога была правая, там стерлись хрящи, не делали операцию, что я когда упала, и как бы чистили мне. Вот. И мне на ноги тяжело. И, честно говоря, и вес очень такой, что мне самой это не нравилось. И вот именно мне поводом было то, что из-за того, что у меня повторилась вот эта трижды болезнь, я решила, уже поставила точку, все, мне надо. Вот смотрите, смотрите, как действует болезнь, да? Болезнь приходит в дом и говорит: обрати внимание, что-то ты что-то делаешь неправильно. Да. Мы же, вот понимаете, должны подождать, пока вот оно уже прям, да, загонит какой-то в угол. Да, я просто все размышляю, как же ж, если люди привыкли решать вопросы из-за боли, да, а я бы хотела сделать это, чтобы люди шли как-то с радости и к цели, чтобы предотвращать диабет, чтобы предотвращать осложнения. Но почему-то же люди должны дождаться. Но пока уже вообще никуда, так? Или... И то не всегда, не все уже вообще приходят после инсультов, инфарктов. А то есть, смотрите, Ирочка, то есть получается, что стартовая точка была 111 килограммов 300 грамм, так? Кстати, сейчас какой вес? Я помню, что у вас крутые. 93 500. 93 500, это получается 700. 17700 где-то, да, круто, минус 17700, то есть 111300, и сахар был 14,6-14,9, да. Правильно? Да, да. А что было с давлением? Ну, почему-то у меня давление упало. Было всегда повышено. А потом... Было всегда повышено, а к этому моменту упало, да, ну, супер. Да, да. А как было настроение? Может, вы пили какие-то сахароснижающие препараты? Ну, честно говоря, я пила очень много, мне назначили, но они так как новые эти лекарства, я не могу назвать их название. Их не было надо назвать. Очень много. Вопрос только в том, что вы пили, да? Много. Пили, три месяца я пропила, но результата никакого не было. Супер. Сколько наименований? По-моему, 5 наименований мне вот этих лекарств всяких.
Пять наименований лекарств. Сейчас вы пьете какие-то лекарства? Нет, я вот как отпила 3 месяца, больше я не ходила в больницу и больше я не принимаю никакие медикаменты. Так, и что у вас сейчас, значит, с весом мы поняли, 95, да, там с чем-то. А 93. Что у вас? 93 у вас, боже, надо записать. 93, да. Сколько я нормально? 700. 500. 500, спасибо. Да. Скажите, пожалуйста, а что с сахаром? По-моему, 6 у вас сейчас, да, я так напомню? Сейчас 7,2, 7,6, да. Вот так вот, туда-сюда. А в течение дня померяете хоть иногда? То есть есть понимание? Ну, вы знаете, иногда бывает такая, так, ну, такой же результат остается. А угу. Другой раз немножко повышается, там бывает до 9, 9, там с чем-то, там 9. Ну, это же абсолютно безопасно. Скажите, пожалуйста, а у вас гликированный вы когда сдавали крайний раз? Вы когда, я когда пришла в практикум к вам, вы попросили, чтобы сдать. И я когда сдала, на тот момент у меня было 10,9. Вау, 10,9, супер. Пришлите мне его, пожалуйста, и пересдайте сейчас гликированный, или вы хорошо уже пересдали? Да. Ну вот я пересдавала, полгода назад я пересдавала, вы просили. Да. Но это уже, когда я один день начала питаться по вашим рационам. Но он не дает один, там нормально. Вот сейчас пересдайте где-то. Сколько хорошо. Вы, полгода сейчас в программе, да? Да, да, да. О, давайте посмотрим, какой у вас гликированный. Хорошо? Хорошо, ну, мы понимаем, да. Он будет в худшем случае 7, а возможно и 6, потому что это хорошо, же вы да. На пиках сироки. Супер, я очень рада. А скажите, пожалуйста, а как меняется ваше настроение? Может быть, другие сферы жизни? Вы знаете, когда еще вот у меня этот был сахар, когда был большой вес, честно говоря, мне даже не хотелось на себя в зеркало смотреть. Вот насколько меня это все расстраивало, плюс вот это состояние у меня было плохое, плюс как посмотрю на себя, думаю, одеть вещи нормально не могу себе позволить что-то красивое. Ну просто, честно говоря, я себя не любила. Ну понятное дело, что если я за собой не старалась следить и все, то понятно, это и есть не любовь даже и в этом отношении. Вот. Сейчас у меня энергия появилась. Вы знаете, я очень рада. Я смотрю в зеркало себе, я себе нравлюсь. Класс. Мне, знаете, мне сейчас просто... Я окрылённая. Я хожу, мне сейчас насколько это нравится, но я не хочу останавливаться на достиженном. Хочу еще дальше достигать. Класс, класс. Скажите, Ирин, а как вы думаете... Вот что вам в программе, то есть понятно, что вы питание поменяли, да? Кстати, да. Сейчас потом поговорим еще о психологических, поменять питание. Какие были сложности? Был ли период сложно? Было ли голодно? Как вы с этим справлялись? Вот сложности были какие-то? Да, да, сложности были. Где-то 2 недели, наверное, как я начала уже по вашим рационам питаться, у меня, во-первых, мне хотелось что-то лишнее, как я привыкла, там, есть, я ж раньше, я не придерживалась, там, 2 часа, 1,5, вот захотела, поела. Но у меня появлялся голод, мне хотелось покушать, и я, так как работаю, пеку торты, мне всегда хотелось тортики. Всегда хотелось покушать этого сладенького. Вот. Сейчас же, вообще-то, в принципе, как бы от сахара мне легко было отказаться. Вот. Но вот от этого мучного тяжеловато. И всегда был соблазн, думаю, ну, хоть немножко покушаю. Конечно, бывало, я и кушала все. Когда видела, что у меня сахар подскакивал, я говорю, нет, стоп, ты для чего пошла в программу? Чтобы наладить здоровье, вес, и поэтому останавливалась. Ну, честно говоря, все равно тяжело было. Смотрите, вот люди говорят, мне часто пишут, я отказался от сахара, но люди не понимают, что абсолютно все продукты, содержащие углеводы, являются в какой-то степени сахаром. Ну, да, это вообще невозможно отказаться от сахара. Ну, ты съел брокколи, ты съел сахар. Ну да, но я имела в виду, что рассыпной сахар.
Это уже что-то, а тем более, если вы ели муку, но мука, у нее расщепление, одна цепочка, одна связь в молекуле муки для простых сахаров. То есть это практически сахар. Ну, да. Так, вот смотрите, 2 недели, все говорят, что 2 недели сложно. Я объясню, ну вы знаете, почему я вам это рассказываю в программе, да? Что, потому что у вас нарушен инсулин, ну... Повышенный инсулин, попросту говоря, плохо работает гормональная система. И что происходит за первые 2 недели? Гормональная система налаживается и проходит лишний голод. Да? Ну, это уже... Скажите, пожалуйста, что произошло через 2 недели? Через 2 недели вкусовые качества появились новые. Я ж готовила совсем по-другому. Совсем у меня другая была пища. На данный момент я, конечно... Сейчас мужу готовлю, ну, как раньше готовила, потому что он не хочет такую пищу. Он говорит, мне тебя жалко, ты голодаешь. Я говорю, ну, что-то я голодаю. У меня все есть, говорю, я и мясо, и рыбу, все я кушаю. Ну, вот обязательно он попадет на тот момент, когда я ем салаты. И он вот меня жалеет. Говорит, ты только одну траву ешь. Я говорю, ну что одну? Ну, это, в принципе, я же говорю, что вот именно когда вот это я поменяла свое питание, вы знаете, я поняла, что я даже не умею так готовить, как оно правильно. Насколько я вот далека от того, что вот, какие пропорции надо делать, какие... Ну, это тогда было. Сейчас я уже понимаю, и вы знаете, мне очень нравятся продукты, которые я... пища, ту, которую я приготавливаю, вот. Ну, вы знаете, у меня даже есть и любимые уже появились. У меня тоже среди них много любимых. Мне много, конечно, но в основном как бы мне нравится кабачок с творогом, вот. Запеканка очень нравится, борщ нравится, вот именно такой. Я поняла, что, вы знаете, как-то интересный был случай, было лето, и как раз вот время окрошки делать. А я ж люблю окрошку, думаю, а ну-ка я сделаю. Ну и все покидала, как обычно. И, ну, правда, за место колбасы я мясо кинула, вот. И картошка там все. Я когда ела, вы знаете, мне картошка невкусная. Думаю, как я ее раньше ела, вообще не понимаю. Вот это, знаете, Ирин, ваш муж говорит, что ты голодная. Но по сути люди просто не понимают, что голодные они. Они переедают калории и вредные вещества, но не наедают нужные витамины. Понимаете? Да, да. Он просто это не понимает. Если он вот... где-то вы так аккуратно расскажете, он может... Ну ж каждый хочет себе добра, знаете. Может, да, может оказаться вдруг, что не так уж там и голодно. Но да. с другой стороны, на это... Ну, а давайте вы расскажите. Вот на вот это изменение. Вы сказали, что вкусовые изменения где-то через 2 недели произошли, да? Правильно? Ну, да, чтобы... да, да. Голод через 2 недели или еще оставался? Как вот это с чувством голода? Нет, иногда бывало, что голод был. Ну, я не знаю, почему, конечно, по какой причине, но после 2 недель все равно периодически появлялся голод. А сейчас как? Сейчас хорошо, ну... Все нормально, нету голода. А хорошо, а как изменились ваши, ну, поменялись как-то взаимоотношения, какие-то другие аспекты в жизни, заработки или ничего? Ну, может быть, ничего пока не происходит, полгода только прошло. Какие-то отмечаете другие изменения в жизни? Ну, во-первых, я отметила, что я совсем другая. У меня вообще открылись глаза на многое. Если я раньше думала, что вот там поисты побольше жирного, побольше мучного, и я накушалась, и мне хорошо. Сейчас же я через вас, я очень много получаю информацию, и вы знаете, честно говоря, я привыкла конспектировать. Я когда в вузах училась, и тоже ж конспектировала, и везде я всегда конспектирую. Думаю, все равно не всю информацию ты можешь запомнить. А так вот, когда я записала... Когда-то тебе надо будет вспомнить, раз глянула, прочитала. Вы знаете, мне очень нравятся ваши эфиры, мне очень нравится всю ту информацию, которую я получаю, потому что, в принципе, если так вот разобраться, то мы о себе
принципе, ничего еще не знали. Что нам надо, как мы должны кушать. И вы знаете, я сейчас понимаю, что действительно, если я чего-то недополучила, это и есть проблема. Угу. Да. Это вы про витамины, вы были в курсе про витамины или нет? Конечно, обязательно, да. Да. Вы видите, мышление меняется, да? А с другой стороны, да. Согласитесь, что, ну, как вами воспринимается? Мне кажется, я простые вещи говорю. Конечно. Вы знаете, мне очень нравится, как вы подносите нам информацию. Вот у вас есть... Это не то, что я там хвалю вас. Это действительно так и есть. Вы с любовью говорите. Если когда-то у вас есть недовольствие к нам, все равно вот он как, оно отражается все равно с любовью, потому что вы ж о нас печетесь. Ну, не все мы сразу понимаем, что действительно вы правы, потому что вы уже имеете большой опыт, и если вы что-то говорите, вы говорите, потому что знаете, и не только просто по бумажке, но вы видите много людей, знаете их результаты, поэтому, конечно, ну, мы должны просто слушаться. Я, честно говоря, я очень люблю вас слушать. Спасибо вам. Знаете, я вот благодарю вас, что это отметили, но просто людям надо понять, но очень многие из вас это понимают на самом деле, что мой враг – это диабет. И да? Когда я, ну, скажем так, злюсь, ну, я не знаю, как вы это чувствуете, да, что я там как-то раздражаюсь, я ж не на вас раздражаюсь, а на то, что я понимаю, что вот такое ваше мышление поддерживает диабет, и он будет развиваться. Да. Ну, понимаете? Да. Но вы чувствуете, потому что люди, вот, ну, по крайней мере, моя аудитория, что я вижу, это очень... Слушайте, взрослые люди, которые в жизни много чего видели. Ну вот, и вы хорошо понимаете, но самая большая... проблема – это мы жили, ну, как бы себя ни во что не ставя, не вкладывая в себя ни знаний, ни своего времени, ни своих сил, ни своих энергий, ни своих денег. Мы думали, что мы как-то в себя вкладываем, ну, мне так кажется, да? Но мы не туда вообще смотрели. Да, нас, наверное, нам рассказывали, что если у тебя дорогие трусы или дорогая помада, то это ты в себя вкладываешь. Ну, я не знаю, кому что говорили, да? Ну, да. Но да, что да. Я вижу, что есть поколение людей, которые вообще не понимают, что сначала приготовь себе, особенно если у тебя диабет, да? Да, а какие, может, да. Вы поделитесь, какие вы выводы сделали, например, с эфиров или с чего, о том, как на практике можно проявлять любовь к себе? Вы знаете, в первую очередь, когда любовь к себе, это когда ты понимаешь, что это мое здоровье. И если я не начну изменять свою жизнь, если я не начну менять свое питание на правильное, то, конечно, это не любовь. Если мне жалко денег купить для себя продуктов, которые для меня нужно, то это есть не любовь к себе. И вы знаете, я поняла, что раньше я жалела и не любила себя, потому что я все для семьи делала, все для них. А то, что мне хотелось, я себя ущемляла, ставила в первую очередь семью, детей, мужа. Думаю, вот им надо, то надо купить там обувь, то и одежду. Я думаю, ага, денег, значит, будет меньше. Я себе не позволяла. Мне было как-то вроде бы стыдно. Думаю, как это я себе что-то буду отдельно варить, что-то отдельно покупать. А сейчас я понимаю, что какой может быть стыд, это если моя жизнь, мое здоровье, и мне оно дано только один раз. Это очень ценно. А как вы думаете, почему это понимание пришло именно в программе? Или оно не в программе пришло? Ну, когда оно? Нет, из-за чего? В программе. В программе. В программе, пришло, да? В программе. Пришло. Понимаете, на тот момент действительно я жила только для семьи. О себе я действительно я не думала. Если даже и были какие-то проблемы со здоровьем, я терпела. Ну, сходила там в больницу, выписали мне лекарства, выпила. Ну, там в больнице что говорят? Лекарства до конца жизни. Mm-hmm. И это получается, ну, как бы я не двигалась в этом. Угу. Ирин, а сколько, вот вы говорите, выпили 5 наименований препаратов, да? Но люди, да.
Сколько вы тратили на это денег? Ой, много. Муж уже аж злился, говорит, может, они тебе не помогут, а ты, говорит, покупаешь эти. А я говорю, ну, если выписали, значит, должно. Ну, честно говоря, они мне не помогли. Это понятно. Ну, вот примерно даже сумму не помните, это 1000 гривен, 5000 гривен. Ну, примерно, хотя бы порядок. Ну, где-то около 3000 на тот момент. 3000 в месяц, да. А вот теперь смотрите, вы пришли в программу, оплатили программу, так, и там начали уже для себя отдельно покупать продукты. Скажите, пожалуйста, в общем, как вы оцениваете, у вас стало меньше денег из-за того, что вы потратились на программу? Нет, не стало меньше. Вы знаете, то на то и выходит, только я тогда покупала ненужные продукты, а сейчас уже я хорошие продукты покупаю, те, что для меня пользу приносят. Да. Денег совершенно немного. И вот это удивительно, правда, когда люди спокойно бегут в аптеку, выкладывают эти тысячи ежемесячно и считают, что это недорого. То есть это в долларах у вас было, ну, где-то 80 долларов, да, в месяц. И дело в том, что эти назначения были пожизненными, они вас разрушали, и их бы вам увеличивали, и к этому бы добавлялись регулярные анализы операции, капельницы, реанимации. Это уже шло в ту сторону, ну, понимаете, сахар 15, это уже туда пошло. Да. И люди при этом считают, что в аптеку носить по 100 долларов в месяц, по 50 долларов в месяц, это недорого. И там правда, и там их лечат, а на них не зарабатывают всякие мошенники, понимаете? А здесь мошенница сидит, деньги ей еще плати, а второе на себя, то есть себе продукты купить, какие надо, да? Мне, это ж я буду продукты себе покупать. Идите в аптеку, друзья, продолжайте лечиться. Ну, как бы, да, по-честному. Вас же там честно всех лечат. Такие вещи, ну, честно говоря, если видишь вас, видишь результаты людей, ну, как можно такое сказать? Ой, вы знаете, как просто? Вы все подсадные утки. Знаете, я просто думаю, что эту тему надо закрывать. Я не хочу работать для людей, которые настолько уже грязь у них в голове, что они не хотят понимать, да, где... Думаю, нормальный человек прекрасно понимает, вот правда, вот неправда. Так же, это, мне кажется, все достаточно просто. Ну, хорошо, Ириночка, спасибо вам большое. Тогда давайте какой-то промежуточный итог. Я знаю, что вы еще в программе, сахар у вас порядка 7. Натощак гликированный, я вас жду, хочу глянуть. Если вы еще какие-то анализы сдадите, можете сдать витамин D, можете сдать, ну, если у вас какие-то были проблемы, можете сдать, я тоже гляну, посмотрю, какая у вас сейчас ситуация. Но итого мы получаем промежуточный наш результат, да, минус, боже мой, давайте я посчитаю, 111 300 минус 93 500, кто посчитает, 111 300 минус 93,5. Да, 17 килограмм 800 грамм. Ну, сахар, понятно, вообще с 14,9 до 7, это колоссальная разница. И он у вас колеблется, у вас профиль идет в безопасном русле. И чувствуете себя хорошо, таблетки вы не пьете. Это у нас на сегодня, скажем так, характеристики точки Б, правильно? Да, да. Все остальное со здоровьем у вас порядок, так? Ну, то давление бывает, что-то понижается, что я не знаю, мне никогда пониженного не было. То было повышенное, а теперь понижается, да? Да, да, теперь повышенное, не повышенное, а пониженное. Ну, это да. Надо, мы можем там с вами отдельно на эту тему. Ну, хорошо, может быть, у вас есть какое-то пожелание к аудитории, которая нас смотрит, к нормальной аудитории, да? Может быть, вы хотите каким-то осознаниями поделиться из программы? Может быть, вспомните, что вам мешало раньше прийти, да, и что бы вы посоветовали? Вы знаете, я раньше, ну, наверное, это не то, что многие, это, наверное, все так люди первоначально думают, вот, ой, сколько денег надо туда, вот, еще
пока действительно человек не осознает, что для его нужно самое главное, чтобы было здоровье, и если не придет к тому, что уже плохо, я говорю, человек просто не задумывается, что все-таки мы раз живем на этом свете, и мы должны получать удовольствие от этой жизни. Мы не должны существовать, мы должны жить, радоваться, чтобы, проснувшись утром, мы глянули и обрадовались, что вот оно утро, что я здоровый, я встал, мне не тяжело вставать, мне тяжело ходить, что у меня энергия, что я здоровая сейчас по сравнению, чем была. Конечно, много было препятствий, потому что как бы то деньги там, думал, что вот сколько надо денег, то времени вроде бы не хватало. А на самом деле у нас все это есть. Просто мы должны просто себя любить. И, конечно, на основании того, что сегодня, я могу сказать, что рационы просто супер. Я просто говорю в восторге. Я, конечно, наслаждаюсь каждый раз. И, вы знаете, иногда мне хочется те, что, допустим, я вот рационы приготавливала, хочется еще раз. Ну, вы говорите, надо разнообразная пища, поэтому рационы надо менять. Вот. И вы знаете, многие люди, они сейчас в данный момент еще не понимают той сложности, в какую их загнала болезнь. И если осознание того, что я хочу жить, я хочу улыбаться, я хочу радоваться, тогда люди начнут думать о себе. Понятное дело, мы должны думать и о своих близких, и о муже, и о детях. Но ведь я, если я должна думать о них, так я же должна быть здоровой, чтобы я смогла им помогать, чтобы я могла радоваться и их радовать. Вы подумайте, что вы даете близким, если вам самим плохо. Что вы можете дать? Вы их можете только отравить своей токсичностью, обидчивостью, раздражительностью, нетерпимостью. И что дает женщина, если она энергична, счастлива, получает свое удовольствие от жизни? Да, да. Это же совсем другое вы даете. А так, видите, мы наносим нашу токсичность, и постоянно наш яд вливаем в наших близких и считаем, что мы им служим верой и правдой, уничтожая себя с огромной скоростью и окружающих. И считаем, что я люблю. Я так люблю, и я такая жертва обстоятельств. Скажите, вы когда в практикум пришли, у вас были какие-то сложности? То есть первые дни вам было легко или сложно в практикуме? Не, ну сразу мне было легко. Единственное, что я же говорю, что вот мне брокколи, вот, правда, я кушала, было в меню брокколи пюре. Вот. И я когда приготовила, мне оно не понравилось. Но, скорее всего, оно не понравилось из-за того, что оно в морозилке лежало уже год. Ну, а, наверное, оно вот именно вкусовые качества потерялись. Да, да. А когда уже свежее я кушала, мне, конечно, понравилось. В принципе, мне не тяжело было именно начать новые рационы. И как бы не было ничего такого тяжелого. Так что вовремя готовила, я слушала, как вы говорили, потому что я понимала, что если я что-то не сделаю, то это будет опозданием, это уже будет не вовремя. Ну, все, в принципе, у меня хорошо получалось. И все как обычно, делайте, как сказала Марина Мурадина, и все будет хорошо. Все просто, у вас есть инструкция, выполняйте. Как это вы замечали, как многие стараются, а можно так, ну хоть как-нибудь, но как-то по-другому. Да? А Марина, нет, только так, вот так вот делаем. Скажите, вы же в клубе у нас тоже, Ирочка, есть, и такая активная участница. Расскажите, как вам клуб, что он вам дает? Вы знаете, клуб – это семья. Вот, потому что мы все единомышленники. Мы знаем какую-то проблему, может быть, какой-то новичок эту не знает. Мы можем поделиться. Точно так же я, вот, допустим, вот я еще все равно я новичок. Вот. И тем более у меня, если так, ну, как анализы я когда сдавала в 2021 году,
Это, в принципе, я недолго, ну, не сильно давно болею диабетом. А некоторые люди, они очень давно уже болели, и они уже знают и свое состояние, какое было, и что приводит эта болезнь, как бы много чего. И мы можем поделиться, Если что-то мы не знаем, мы спрашиваем. Ну, как семья. Вот я спросила, мне ответили, и все это относится к любовью, и помощи, и все. Но я очень ценю. Вот курсы вот этих, что витамины вы эфир делали, мне было тогда на тот момент тяжело было оплатить, мне клуб помог, и я очень благодарна каждому, благодарна вам, то, что вы организовали именно такой клуб, и мы действительно семья, и я очень рада этому. Да, вот эта крайняя ситуация у нас в клубе, да, со смертью сына, насколько оказалось. Люди, я сама почувствовала, что вы как такое, что вырастает очень драгоценное сообщество. Понятно, что в клубе там и обучение есть, и лекции, но вот это сообщество очень ценное, потому что, ну, вот как-то действительно как что-то семейное, да, хотя, знаете, есть такое правило, ну, как духовные наставники говорят, найти своих и успокоиться, что ну, чтобы свое было окружение, с кем тебе общаться, да, и оно же появляется сейчас, люди очень часто одиноки, особенно если есть какие-то хронические заболевания, то, ну, людям бывает со временем сложнее и сложнее нормально налаживать отношения, дружеские там, да, да это да. же важно. Ирочка, я знаю, что вы пишете стихи, вы делитесь ими в клубе, они очень красивые. Может быть, вы на завершение поделитесь с нами вашей поэзией? Да, вчера я написала стих по поводу жизни нашей. И как бы в этом стихе сравнение с музыкой, что наша жизнь как музыка, она разная. О, музыка, тебя я слышу, порой ласкаешь слух, порою в душе тревога, порою ласково звучишь, порою душу теребишь. Тебя я слышу в дуновении ветра, когда листва тобой шумит. О, жизнь, что дана человеку, цени ее при стуке сердца, при вдохе, выдохе, цени. Идешь тропинкой ты заросшей, тебе дано лишь раз пройти. Иди вперед за музыкой, что слышишь. Когда вдыхаешь воздух в грудь, глаза свои ты поднимаешь, там небо голубое над тобой, вся жизнь проходит. Ты не знаешь, как музыка она звучит. Вот нежный звук, когда улыбку видишь, а вот тревога, слезы по щекам. Когда любовь, то музыка как сердце, что каждый стук к тебе стучит. Ты взор на небо поднимаешь, падение звезд обозреваешь. Есть ярко, звездочка горит. Ты слышишь, нежный звук звучит. Цените жизнь, что нам дана. Она как музыка всегда. Благодарю вас, Ирина, за ваши стихи. Спасибо вам большое, что вы организовали клуб, где мы можем общаться. Что вот эти, всю эту информацию, что вы нам даете, она насколько ценна. Потому что, в принципе, вы знаете, а многие-многие, да не многие, а почти все не знают, какие мы, что у нас и что для нас нужно, что правильно. Так что спасибо вам большое. Ну, это не только моя заслуга. У меня есть команда и есть партнер по бизнесу, который помогает. Да. Мы действительно очень много думаем о людях. Спасибо. Попытаемся понять людей, потому что болезнь мешает вам понимать вообще истину, вот как, я имею в виду, как ее лечить, да? Я прям вижу, как пелена, вот оно как закрывает вас от здравого смысла. От, так позволю себе сказать, когда я вам сахар снизила, вы меняетесь, понимаете? Понятно, да, что да. люди... но в общем, я это на ощущениях, вот люди с диабетом, как будто пелена, какая-то вата на глазах, да? Ну вот вы сами говорите, да, я жила, я боялась на себя потратить на продукты, я боялась, как это я себе буду готовить, как это я буду есть то, что мне нравится. Вот вы даже, а это же многие женщины, да. кстати, не только с диабетом, да? Когда я, например, вот вы сказали такой нюанс, что там первый раз брокколи сварила, год валялась в морозилке. Вот вы представьте, это же так очень многие люди делают,
как мы к себе относимся. Достать то, что там завалялось, понимаете, и в себя впихнуть. Ну. Да, понятно, да. А если по-другому к этому относиться, наоборот, смотрите, это ж как деньги. У нас есть ограничения по калориям. Вот вдумайтесь. Наше ограничение по калориям – это ресурс ограниченный. И точно так же, как наш кошелек. И только мы решаем, как мы им распоряжаемся. Что мы в себя положим на эту цифру калорий? Да, понимаете? Да. Оно ж не бесконечно. Конечно, конечно. Так лучше ты на 50 калорий, что ты положишь на 50 калорий? Свеженькую брокколи, там, я не знаю, сколько она, пусть по 300 гривен килограмм, так тебе ее надо, блин, 50 грамм, ну, да, да. Там, раз в неделю. Или ты в себя что попало пихаешь? Понимаешь? Да. Знаете, я говорю, когда я вот уж еще до программы раздражительная, обидчивая была, насколько мне было все плохо, то не так. Сейчас я радуюсь. И спасибо вам, спасибо команде вашей. Оля мне в ретрите говорит: Марина, ты знаешь, я слушала тебя сначала, ты у меня вызывала агрессию. Понимаете? То есть... Почему? Ну, я не знаю. Я говорю, а почему? Я говорю, ну, я не знаю. Говорю, ну, как-то мне, говорит, бесило. Ну, да, там. А со временем, говорит, я в тебя влюбилась. У нас дома, у меня муж знает, если Мурадина сказала, то да, уже там дальше ничего мнение уже не интересует. Понимаете? Да. Я, конечно, к этому не стремлюсь. Конечно, и вот эти же, там, допустим, сделали мы шорт о том, что не надо заставлять детей доедать, и сами, если лишнее не доедайте, лучше выбросите в мусор. Если бы вы знали, сколько агрессии вызвал этот шорт, голода не видите, надо жрать. Там, ну, короче, вот понимаете, я же вижу, для меня же это раскрывается. Меня кто слушает? Люди с диабетом? Да. Это же характеристики болезни. И когда врачи мне говорят, что где у вас такие лапочки, ваши пациенты? Что, мы в разных клиниках работаем, приходят такие вот, ну, типа, ну неприятные люди. Да? Я говорю, так я же их воспитываю. Да, точно. И у меня уже врачи все работают, и они говорят, нас как только от Мурадиной, мы в первую очередь. Потому что приятно работать, все же люди, конечно, понимаете? Да. И все это взаимоотношения. Ну, как? Конечно. Никому не нравится, когда ему неприятные вещи едят. А еще, Ирочка, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот какая роль наставника в этом процессе? Допустим, даже если бы у вас была вся информация, вы могли бы самостоятельно с этим справиться? Нет, честно говоря, нет. Во-первых, сначала, мне же ж многие говорили, вот есть кто там, кто занимается и спортом, и кушают, и худеют. А я говорю, нет. Вот у меня Марина, я говорю, я не хочу никого. Я знаю, что она правильно посчитает. Нет, вы знаете, во-первых, ну, допустим, калории мы могли бы посчитать. А вот все необходимые микро, макро, все витамины вот эти, ведь мы ж не знаем, что нам надо и сколько. А чтобы найти, допустим, в интернете, я должна знать, что искать. А да. Я не знаю, и поэтому... Где искать? Вот тоже. Информации много и лжи много. А еще, когда вы поймете, что чтобы оно работало... Сколько всего вам надо посчитать, вы поймете, что вам надо уйти с работы. Ну, например, вот тут уже придется уйти с работы, понимаете? Понятно. А скажите, то есть вы когда начали уже со мной заниматься, вам начали других советовать, типа более клевых специалистов, да? Да, мне говорят, вот смотри, вот тут вот и дешевле продукты, и там тебе надо платить. Я говорю, там мне все равно, дешевле, не дешевле, я знаю, что надо, я знаю, что правильно. Что я буду кого-то выбирать, я говорю, я знаю, что результат. Я говорю, я лично сама свидетель, что результаты есть и очень хорошие. Если я давно-давно занималась, думаю, похудеть надо.
И я раздельным питанием начала. Я на 5 килограмм похудела и обратно набрала. И, по-моему, даже еще и больше. И что? Так я говорю, я знаю, что если я отдала свое здоровье вам, и вы сказали, что я смогу это сделать, и я буду вас слушаться, я это получила уже. Что я буду, ну, как бы, делать что-то свое, если я знаю, что для меня нет той информации, которая необходима, а вы знаете ее. Вот это очень важный момент. Вы знаете, на нашей встрече, по-моему, в клубе была годовая встреча. Помните, Оксана сказала о том, что это уже такой более высокий духовный уровень, не предавать учителя, ну, наставника, да? Вы были на этой встрече? Нет? Как девочки рассказывали? Не, я же полгода только. Олена, да. Что, понимаете, в чем суть? Это очень интересный момент. Девушки, ну, женщины рассказывали о том, что вот у них очень классные результаты, там год прошел, и потом появляется. То есть у женщины был сахар там 13, по-моему. Она снизила со мной до 5, веса убрала все лишнее, стала очень стройная. Вот так, как надо, вес остановился. Ну да. Появилась очень умная сестра-врач, сестра родная врач, которая до этого 10 лет наблюдала, как родная сестра страдает от диабета, как сахар растет, как она пьет таблетки жменями. То есть она не могла ей помочь, она не умела помогать. Когда она приехала, человек практически вылечился, она и начала как очень авторитетный доктор рассказывать, как надо есть правильно, а не так, как говорит Мурадина. И знаете, что вот эта девочка сделала? И так кое-какие вещи ей начала делать так, как та говорит. Вот где ум у людей? Понимаете? А потом на встрече... Да. Вы поняли, что она сделала? Потом вторую историю рассказала тоже женщина, что она так страдала от диабета, страдала... О, частая история. Пришла ко мне, все прекрасно, год, все идеальные результаты, вес скинула, сахар ровный, давление ровное, настроение, энергия, все прекрасно. И знаете, что она решает сделать? Она решает взять себе квартирантов, которые выносят ей мозг, вводят ее в депрессию. Ну, поняли? Люди сами себе находят. Та пошла тоже к доктору. Все мы ей снизили, 20 лет был диабет, страшные сахара, все сняли, таблетки сняли, она ожила, живет. Пошла к своему доктору, которая ее вела лет 15, которая ее довела до инсулина, мы ей все поснимали. Доктор ей прописала БАДы, и она мне звонит и говорит, вот я купила такие БАДы. Ну вот тебя человек лечил, довел практически до инвалидности. Но ты идешь и дальше делаешь то, что он говорит. Вот это я буду размышлять, я буду думать, как это простыми словами, как правило некое объяснять. Это неэтично на таких уровнях, ни на каком уровне. Это не умно, да, это нелогично и это неэтично. Тебе один человек помог, он тебе говорит, что надо делать. Ты идешь, слушаешь другого и портишь все свои результаты. Да, 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 это очень опасно. Это подсознательное стремление вернуться в болезнь, понимаете? Да, и потом приходят же ко мне и жалуются. Вот это же мне сестра-врач сказала, и я объясняю, что вы понимаете, позиция жертвы, вы сами дали этому возможность. Вы могли сказать, как вы, понимаете? Вас же никто этому не учил, вы это чувствуете. Не надо мне, мне тут помогают, я свои вопросы решаю. А где вы были, когда... Помочь никто не мог, правильно? Да. А идти слушать, да, на ваши результаты могут многие подключаться, и просто будет хуже. Поэтому, ну, надо себя беречь и быть осторожным, конечно. Будем стараться. И благодарю вас за то, что поделились вашим опытом. И это промежуточные успехи. И будет прекрасно, если вы через полгодика, через годик еще придете к нам, и мы с вами запишем еще, посмотрим, как наша... Идет динамика, прогресс. Да. Спасибо большое, что вы у меня есть, потому что без вас бы я не была бы действительно такой счастливой, как сейчас. Буду, конечно, еще достигать еще больших результатов, потому что есть к чему идти.